Я создаю объекты, иллюстрации, с помощью которых общаюсь с миром. Я Машарева, мне 27 лет, я дизайнер одежды. Вообще, это тоже долгая история. Мне было 17 лет, и меня родители отправили учить английский в Лондон. Это был первый раз, когда я туда попала. Я не знала, кем я хочу быть, и мне вот это очень помогла поездка, потому что, ну, мне хотелось там все скупить, у меня не было денег. И я приехала обратно в Украину и поняла, что, ну, я не могу купить, но я могу там по памяти повторить. Ну, как бы, вот это был такой толчок, наверное, когда я поняла, что я могу сделать что-то своими руками. Когда приехала в Лондон, меня научили там, ну, очень глубоко копать. Это вот одна из таких важных, как это, skills, ну, которые вы приобретаете, если учитесь за границей. Там учат как бы найти какие-то истоки, там сделать очень серьезный ресерч, вообще понять, что откуда вообще идет. Потому что можно придумать что-то классное и даже, ну, не подозревать, что это уже было сделано, ну, много раз. И ты как бы такой, оп. Мне, кстати, там привили вот это чувство, что нужно гордиться, что я из какой-то страны такой, может быть, опасной, какой-то неизвестной, новой, потому что это мое преимущество. Ну, это что-то новое, что я могу вообще людям рассказать о себе и о своем бэкграунде. Это может быть все что угодно, вас может вдохновить какой-то день или какой-то там абзац из книжки. А потом вы просто начинаете, ну, как бы искать эти связи вот этого вашего, ну, как бы идеи вашей с какими-то другими вещами, там, с искусством, с тем, что было сделано эту тему, может, раньше, там, с чем угодно, с архитектурой, там. И вот когда вы находите эти все связи, ну, как бы у вас получается такой же многослойный ресерч в разных вообще плоскостях, и тогда вы можете углубиться, там, что-то изменить. И, ну, как бы никогда не знаешь, к чему этот ресерч приведет. Можно начать одного, закончить другим. Это такая очень жесткая правда вообще о мире моды, что это больше о бизнесе, на самом деле, чем о творчестве. И вот, если честно, я вот это только последние годы для себя уяснила. Раньше мне казалось, вот, ну не может быть, здесь должно быть все по-честному, человек должен быть творческий. Но иногда достаточно просто какой-то, ну, правильной бизнес-формулы или коммерческой идеи, чтобы там продать кучу там каких-то там вещей. Ну, в общем, не обязательно быть творческим. Мы производим все в Украине. И это очень приятно. У нас на бирках написано «Made in Ukraine». И, ну, в общем, все честно. Мне это очень нравится.